Два спортсмена, которые имеют понятие о том, что такое ударная техника, поэтому мы вправе ожидать от них чего-то. Хорошее начало в исполнении Абдулхалика. Попал. Тут же посмотрите. И тут же ответил Богдан Гуськов. Хорошая двоечка в исполнении Богдана. Удар ногой по туловищу. Они, кстати, имеют вес, как мы увидели уже в предыдущем поединке. Теперь поднял хайкик в голову. Еще один хайкик от Богдана Гуськова. Такое ощущение, что есть некоторое превосходство в скорости у Богдана Гуськова в сравнении с Абдулхаликом. И вот сейчас хорошо, хорошо заходил на ближнюю дистанцию с двойкой Богдан Гуськов. Удар по туловищу в исполнении Богдана. Миддлкик. Да, удар ногой по корпусу сегодня в тренде просто. И вот так чисто визуально Абдулхалик Магомедов выглядит немножко помассивнее, чем Богдан Гуськов, но даже визуально потяжелее, наверное. Да, но массивность это скорее не за счет даже какого-то атлетизма, а общего тоннажа. Ну и пока в скорости совершенно очевидное преимущество у Богдана Гуськова. Перестреливает, да, Богдан по суше, подинамичнее, и ну, вот сейчас опасно пропустил навстречу. А главное не заигрываться. Самое главное еще после своих атак помнить о том, что соперник тоже бьет. Да, и сохранить холодную голову. Сбивается на двоечке пока что Богдан Гуськов и постепенно начинает к этому привыкать Абдулхалик Магомедов и понимает, как ему контратаковать в этой ситуации. Возможно, Богдану нужно предложить сопернику что-то еще. Опасно, опасно. Опять контратаковал Магомедов. Лево-боковой от Абдулхалика. Чуть-чуть зацепил я. Посмотрите, боец из Махачкалы тоже начинает постепенно обретать уверенность. Ох, какой хайкик! В исполнении Богдана Гуськова продолжает Богдан поддавливать. Немножко растерян сейчас Абдулхалик Магомедов. Вам так не кажется, Роман? Да, мне кажется, что вот эта растерянность у него возникает, когда Богдан Гуськов начинает работать сериями. Да, взрывается, да. И вот тут теряется. Да, и начинает просто отходить Абдулхалик Магомедов, закрываясь руками таким каким-то не очень понятным блоком. Хотя вот опять же, да, если не успеваешь по скорости, ну иди ты в клинч. Давай сюда зажимай. Работай! Собирает спину. Работай, работай, работай! Попал правый боковой. Ну вот все, что получается у Абдулхалика Магомедова, это эпизодически доставать боковым Богдана Гуськова.
Не сказать пока, что эти удары несут в себе какую-то существенную опасность, но кто знает, может, расход и... Да нет, все. Уже ничего не будет. Нет, еще не все, но я думаю, что потерян, почти все. Потерян Абдулхалик Магомедов, и Богдан Гуськов в блестящем стиле выигрывает этот поединок.